Итак, завершился турнир СЗФО МЛБЛ. Как тебе турнир вообще? Как тебе игры? И вообще свои впечатления? Расскажи, пожалуйста. Ну, круто, что собрались команды, которые практически равны по уровню. И сегодня последний матч это показал. Команда, которая осталась без медали, обыгрывает первое место. И до этого матчи, которые я смотрел, какие-то сумасшедшие победы базером на последних секундах. Камбэки с минус 15 до победы. И так, по сути, каждая игра турнира, вот она была такой. Соответственно, очень здорово, что команды приехали, поборолись и показали хороший баскетбол. Это главное. Ну и мы определили чемпиона, который поедет на суперфинал. Антон, я знаю, что на суперфинале есть одна wildcard, которую вы рассматриваете, кому дать. Не считаете ли вы, что в список претендентов нужно внести команду «Черная речка»? За их искрометный сумасшедший баскетбол, бесспорно, надо их вносить. Но по факту посмотрим. Чаще всего wildcard получают регионы, где много команд на федеральном округе играет. Сегодня 4 команды, поэтому вероятность не такая большая, но своей игрой они точно заслужили. А какие дальше планы у МЛБЛ? Много ли еще осталось турниров региональных, которые должны разыграться? И когда определится точное число участников суперфинала? Ну, по сути, буквально за несколько часов до нашего финала в Санкт-Петербурге завершилась Сибирь, где победу одержала Лара впервые в истории. И после этого еще 5 финалов за 3 недели нас ждут. Будем следить в наших соцсетях, подписывайтесь, ставьте лайки. Итак, для тебя небольшой блиц. Есть несколько вопросов для тебя от Александра Абрикосова. Давай. Что нас всех ждет? Солнце, море, пляж. А что по программе? Очень много баскетбола. Хорошие будут? Естественно. А банкет? Как обычно, в лучших традициях. Ну, отлично тогда. Увидимся. Увидимся.